Последний месяц лета пролетел незаметно, а вместе с ним и четвертая летняя смена. На главной сцене Федерального детского центра проходит торжественное закрытие. Руководители смен подводят итоги и получают благодарственные грамоты. На смене Москва.ру мальчишки и девчонки узнавали о журналистике и пробовали себя в разных профессиях. Мы модернизировали программу на четвертой смене и осуществили ее, то есть ребята выполняли и различные газеты, снимали репортажи, они 12 раз вышли в эфиры, провели более 20 своих собственных медиапроектов. Поэтому, конечно, да, мы достигли итогов, которых планировали, и мы очень рады, что у нас получилось все, что мы задумали. Смена «Смартград» подготовила около 400 будущих предпринимателей. Теперь ребята знают, что такое бизнес-планы, как создать собственное дело. Итогом смены стало создание участниками собственных бизнес-проектов. За 3 недели на смене было проведено много ярких общелагерных мероприятий. Среди них «Минута славы». Победительница конкурса Диана Лагерева в этот вечер радует присутствующих своим вокалом. Напоследок для ребят проводится конкурс капитанов. Все смены выбрали по одному представителю. Конкурс состоит из 5 этапов. В каждом этапе разное задание, в которых необходимо проявить свои музыкальные знания, танцевальные способности, находчивость и юмор. Одним из самых ярких стал этап, где участникам надо было изобразить звезду отечественной или зарубежной эстрады. Самый последний этап получился трогательным. Каждый из ребят сказал, за что он любит смену. За что я люблю эту смену? Это, конечно же, за доброту и любовь, которую излучает каждый из вас. Конечно же, каждый человек здесь 100% отдал частичку своей теплоты своему другу, своему знакомому. Каждому из капитанов жюри присудило номинацию. Самым находчивым стал капитан смены «Формула добра». Самым доброжелательным из смены «Москва.ру». Самым артистичным оказался капитан смены «Таланты столицы». Самым активным из лагеря «Голубая долина». Победу в конкурсе одержал Василий Завьялов из смены «Смартград». Мне очень сейчас хорошо, душа радуется, но слова не идут в ум, потому что сейчас я просто на эмоциях. Море, солнце, новые знания, друзья. Время, проведенное в смене, останется в памяти надолго. Здесь я 5-й раз, мне тут очень понравилось, тут все изменилось красиво. Мы с отрядом ездили в Геленджик сафари-парк, нам понравилось. Территория очень понравилась, пляж очень понравился в целом. Мне все безумно очень понравилось, то есть это настоящий отдых, я очень рада, что попала именно сюда. После церемонии закрытия началась зажигательная музыкальная программа. До новых встреч. Ребята не прощаются со сменой, обещают вернуться вновь. Просто класс, диджей, зашибись, мне тут все нравится, и лагерь классный, друзей много. Вот, я не знаю, этот лагерь идеален просто для меня. Сегодня самая крутая дискотека в этом лагере. Я просто обожаю.